У вівторок Страсного тижня прийнято згадувати повчальну розповідь про 10 дів, а також притчу про таланти. Поясніть, що це означає? Ну так, да, Христос в бесіді в Єрусалимського храму говорить нам притчу о 10 дівах, які чекали жениха. В то время на Востокі був такий обичай, коли жених мог прийти ночью. Ніхто б навіть мог не знати. І невеста повинна бути готова вместе зі своїм подругом зустрітити його. І от Господь уподобляє ожидання жениха небесного, то есть его Христа, вот в этим десятим девам, то есть души человеческие. Но из них одни пять мудрые, а пять безумные. То есть те мудрые взяли с собой запас масла в своих сосудах, а те не взяли. Вот это и есть запас масла, то не только вера, это и наши добрые дела, милосердие. Как говорит Серафим Саровский, это еще благодать Святого Духа, который человек должен сажать. И мы знаем, что в конце концов так и произошло, что пять дев, их немудрых, пошли покупать себе елей и остались вне чертога брачного. А пять разумных остались с Господом. Дай Бог, чтобы мы были среди этих разумных, понимали всегда, для чего жизнь дана. Жизнь – это дар не напрасный, не случайный, а жизнь – это действительно великий дар Бога. Когда человек в Боге, в Духе Святом, он понимает все глубины мрачные жизни, раскрывается для него, он понимает смысл жизни. Это самое главное – понять, для чего я здесь. Я здесь на земле не для того, чтобы лечь, простите, навозом в землю и сделать таким для будущего поколения. Я здесь для того, чтобы приготовиться, вот как мудрые эти девы, души, приготовиться к встрече небесного жениха, который неизбежно будет. Ну и к тому же здесь и притча еще слышим и евангельскую о талантах. Это тоже таланты, это Христос имеет таланты, каждому человеку дает свои таланты. И мудрость, ума. Вот. Кому-то там быть великим композитором, кому-то великим поэтом, кому-то еще, может быть, полководцем и так далее, и так далее. Вот. Но иногда вот эти таланты, а ведь мы ничего не имеем своего, нам кажется, что это мы имеем. Эти таланты – это дар Божий. Это дар, то, что нам и от родителей, и от Бога. Вот. Человек часто думает, что он всем имеет. Человек, как говорил преподобный Паисий, святогорец ничего своего не имеет, только вот то, что с носа у него течет во время насморка, только его. Все остальное – это Божий дар. И часто человек, есть даже такая, мы знаем пословица, это действительно из Евангелия она имеет смысл, зарыть свой талант. Человек зарыл свой талант. Это те, которые не в пользу служения Богу и ближним употребили свой талант, а через свой эгоизм, через свою гордыню решили себя возвеличить, себя самоистуканом сделать. Вот это самое страшное, когда человек зарывает Богом данный талант. Братья и сестры, будем всегда помнить, что то, что мы получили, и красоту тела, и ума, и вот все, это все не наше. Еще раз повторяю, не наше. Еще раз повторяю, что мы должны не зарывать этот талант, а употреблять его, пока нам дана эта временная жизнь, она очень коротка, употреблять во славу Бога и в служение нашим ближним.